Здравствуйте! В эфире рубрика «Культурный город». В 2017 году НТЦ «Звездочка» исполнится полвека. Подготовка к юбилею уже идет. Одни из участников праздника – новые кадры центра. Объединившись в музыкальную команду, они готовят свое поздравление творческому месту, куда только пришли работать. К своему новому рабочему месту Анастасия Супраненко еще привыкает. Специалистом по связям с общественностью в НТЦ «Звездочка» девушка работает месяц. А в свободную минуту, отложив ноутбук, идет в актовый зал на репетицию. Выпускница Санкт-Петербургского института культуры и танцует, и поет, и уже готовит новый творческий проект для северодвинцев. В Северодвинске у нас в городе есть возможность создавать что-то свое и делиться своими идеями, знаниями с окружающими. В этом году у нас при НТЦ «Звездочка» запускается новый проект. Первый городской школьный танцевальный конкурс «Большие танцы», где будут участвовать команды с каждой из школ. Будет мероприятие пройти 26 ноября у нас здесь, в НТЦ «Звездочка». На сцене вместе с Анастасией и Юлия Кононова. Она из Архангельска и тоже работает здесь месяц. Новый руководитель по вокалу нашла в коллективе не только единомышленников, но и наставников. Очень мне здесь нравится, если честно. Очень дружный коллектив, что очень важно для работы, особенно новому молодому специалисту, который сюда пришел работать и здесь совершенно никого не знает. Поэтому здесь очень, очень приятные люди, все с опытом, дарят мне этот опыт. Мне это очень важно. Новые музыкальные кадры «Звездочки» готовятся к юбилею центра и открытию сезона. Концерт «Фейерверк творчества» пройдет 23 октября в 16 часов. На празднике группа исполнит песню «Новое поколение». Солировать будет и Илья Балеев, новый звукооператор, который только вернулся из армии. Эта песня символизирует и мое присутствие здесь, НТЦ «Звездочка». Со мной сейчас занимается педагог, ну не только со мной, с моим другом тоже. Вот, и мне это нравится, да. С каждым годом в НТЦ «Звездочка» возрастает потребность не только в сотрудниках грамотных, но и универсальных. Нас надо уметь делать все, хотя ты приходишь, например, специалистом по информационным технологиям, но надо уметь все, и петь, и танцевать, и все что угодно, потому что в течение дня, когда участники самодеятельности все работают, учатся, а мы работаем творческими командами на выездах. Сегодня в НТЦ «Звездочка» занимается более 1000 воспитанников. Для каждого из них культурный центр стал не просто местом самореализации, но и вторым домом.